Спасибо за возможность встретиться и переговорить с вами по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между нашими странами. Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Вот я беседовал с ним перед нашей с вами встречей. Самые добрые пожелания. Благодарю наших коллег за то, что мы вот сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий двух наших специальных служб, проводим его в непростое время, я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и многое для того, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.